женился мужик на блондинке. Ну и решили они как-то выехать на природу отдохнуть. Приезжают, а там комаров тьма. Муж и спрашивает: «Дорогая, ты от комаров что-нибудь взяла?» «Да, взяла, вот». И показывает раптор: «Ты что, тупая, что ли? Эту хрень нужно в розетку втыкать!» «Ой, сам ты тупой! Я вот и розетку взяла!» Стоит мужик в метро и кашляет. Тут все встревожились. «Мужчина, вы кашляете? У вас что, коронавирус?» «Спокойно, спокойно! Никакого коронавируса у меня нет! У меня просто открытая форма туберкулеза!» «Фух, ну слава богу, а то мы уже перепугались!» «Ты чего раскашлялся? У тебя что, коронавирус?» «Ну да». «А какой? Из Китая или из Ирана?» «Обижаешь, чисто итальянский!» Прибывший на место патруль спрашивает у подозреваемого: «Как вы так умудрились избить депутата? Сломать ему руки, ноги, челюсть, засунуть в задний проход пачку денег и после этого включить у него на голове мигалку?» «Да вы понимаете, я подвыпивший был слегка, ну и спрашиваю у него, когда они перестанут воровать из казны и думать о народе? А он мне и говорит: воровали и будем воровать. А ты что мне можешь сделать? Ну вот я что смог, то и сделал». Молодая монашка едет в такси и замечает, что водитель-армянин постоянно на нее подглядывает. «Вы что-то хотели?» – спрашивает она у таксиста. «Понимаете, я не хочу вас обидеть, но я всегда мечтал поцеловать монашку». «Да ладно, это не проблема, но при условии, что вы католик и вы холостой». «Да-да, конечно, католик, холостой, полностью холостой, никого нет». Монашка разрешила себя поцеловать, таксист ее целует, а через некоторое время начинает рыдать. «Что случилось?» – спрашивает монашка. «Простите меня, сестра, но я только что согрешил. Я солгал вам дважды. Во-первых, я женат, а во-вторых, я атеист». «Да ничего страшного. Меня тоже зовут Валера, и я еду на маскарад».